История города неразрывно связана с именами людей, чьи таланты и трудовая доблесть служат предметом гордости анапчан. В минувшие выходные состоялся митинг памяти и открытие мемориальной доски Павлу Сергеевичу Саркисяну. 30 октября 2014 года трагическая случайность оборвала жизнь председателя анапского отделения Краснодарской общероссийской организации «Инвалиды войны». Почтить память Павла Сергеевича прибыли коллеги, соратники, молодые патриоты, представители городской администрации и краевых властей. Те, кто его знал, говорят только добрые и хорошие слова. От тех мальчишек и девчонок, которые росли с ним вместе, до тех, кто последние годы работал с ним рядом бок о бок. Его хорошо знают все общественные организации Анапы, потому что он пытался работать сплоченно и сообща. Его прекрасно знали и в администрации города-курорта Анапы. Это человек, который известен далеко за пределами муниципального образования города-курорта Анапы. Прошедший огонь Афганистана Павел Саркисян за мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды. В 2001 году он был избран на пост председателя общественной организации и верно служил делу многие годы. Медали за мужество и милосердие, за вклад в развитие Кубани третьей степени, за возвращение Крыма – это далеко не весь перечень наград этого удивительного человека. Он был настоящим героем и примером для молодежи, а сегодня его имя – это пример мощи и несгибаемого мужества. Анапчане помнят своих героев, и память о земляке навсегда останется в сердцах жителей города.